Ровно год назад стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 стоила 34 рубля 50 копеек, 95-й – 38 рублей. За год цена увеличилась до 39 рублей 55 копеек и 41 рубля 60 копеек соответственно. Причем основной рост цены на топливо пришелся в последние пару недель. Подобная ситуация складывается по всему региону. Владельцы крупных автозаправочных сетей уверяют, они до последнего сдерживали рост цен. Работали, если не в минус, то практически без прибыли. Благо, были запасы со старых завозов. Но они иссякли, и ценники поползли вверх. Стоимость топлива подняли оптовики. Как выяснилось, им гораздо выгоднее продавать его за границу. От этого на внутреннем рынке образуется дефицит. И вот он, результат. Начиная с апреля месяца, мы наблюдаем беспрецедентный рост оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, который уже за неполные два месяца составил более 20% на самый ходовой вид бензина АИ-92. Поэтому обращаю внимание, что розничные цены на сегодняшний день не превысили, рост не превысил 4%. Вот. Поэтому, конечно, в ближайшей перспективе мы, к сожалению, прогнозируем продолжение роста стоимости бензина. В ближайшие дни 92-й может подорожать еще на 50 копеек. И это в Канске. А на севере, к примеру, топливо дороже на 10-20%. Напомним, сейчас ходовой бензин там стоит от 43 до 75 рублей. Тяжело приходится и работникам села. Посевная в самом разгаре. Топливо – самое первое, что им сейчас нужно. А цена за тонну по сравнению с прошлым годом выросла почти на 10 тысяч рублей. Поэтому в марте краевые власти решили добавить 100 миллионов на поддержку аграриев. А специалисты ведомства заметили еще одну интересную вещь. Мы видим котировки цен каждый день. И в этом году, с начала года, мы ни разу не видели падения. То есть каждый день либо цена остается на уровне, либо растет. Это с января месяца. Этими данными заинтересовались в контролирующих органах. Например, прокуратура сейчас анализирует законность образования цен на топливо. По прогнозам экспертов, в ближайшее время топливо вряд ли подешевеет.